Привет, пацандра. Сегодня мне пришла какая-то шняга на почту, поэтому мы будем ее распаковывать. Я даже не в курсе, что это. Явно видно, что с Амазона. Ничего там не заказывал абсолютно. Сейчас посмотрим, распакуем. Так, ножиком пока не будем, сделаем все цивильно. Так. Ага. Ого! Вот она, родненькая! Вот она, книжка моей мечты! Диабло! Ёпта! Вот это номер. Заказывал, но не с US. UK, вернее. Вот это по центра. Обложка 3D-шная. Приятная на ощупь. Вот эта вот байда не снимается. Пока что не снимается. В принципе, ее снимать и не надо. Красотуля. Как бы письмецо. Письмецо. Наверняка там ничего нету. Печать якобы. Не восковая, обычная, но ничего. Опа, что-то тут находится. Так. Какая-то реклама. Film Music Popular. Фигня, короче. Так, это все такая штука снимается. Пусть будет. Я даже не смогу прочитать, что тут написано. Take heed and be a witness to the truth that lie within, for they are the last legacy of the Herodrim. Вот мы видим разрушенный собор, с которого все и будет начинаться в третьей части. Походу туда, куда упал метеорит, или как они называют, звезда. Диабло, Book of Cain. Вот это книжочка Лиа, как мы видим, с демонами. Письмо какое-то. My dear G какой-то. Кто это такой? Да, читать смысла пока нет. Потом разберемся. Ага, это Декард писал. Только почему там написано? А, это Лиа. Это он ей письмо писал, да. Лиа. Это такое L у них. Вот мы видим тут зачетный символ. Офигительный. Что тут еще написано? Странички приятные на ощупь. Вот Тираэль. Ну, раньше мы могли в интернетах видеть уже эти арты. Но одно дело в интернетах, а другое дело вручную пощупать. Да, нарисовано просто офигенно. Вот эти вот обводочки кружочками. Очень классно смотрится. Read this section carefully, my dear.
Read all things about his carefully, him carefully. For if my suspicions are correct, he still has some role to play in this grand drama. Диабло наш новенький. Явно в конце игры будет не то, что нам показывали в ролике. Так. Seven in the number of the powers of hell. And seven is the number of the great evils. Вечер Орус какой-то. Вон он, красавец, а. Со второй части. Еще с камешком. Да, парниша, хорошо выглядит. Запись прерывалась, потому что пришлось почистить немножко флешку. Так, Ethereal. Ангел надежды, архангел. Такой вот чувачок. Одежда немножко по виду напоминает Тираэля. Но не то, уже не то. Следующий архангел. Виздом. Свобода. Виздом. Вроде бы свобода. Так, что у нас тут? Монумент надежды. Wonder. Нет, это не надежда, это восхищение. Наверное. Кристалл. Арч какой-то. Diamond Gates. Тетенька какая-то. Нариус. And the Wallstone какой-то. Wallstone нас разрушили во второй части. Продолжение. Это санктуарий, походу. Создание санктуария. Возрождение Нефалима. Змеюка какая красивая. Усатая. Вот вам еще один красивый арт. Ancient History. The Birth of Civilization. Прикован цепями. Намертво. Ну чем не монах? А? Очень даже похожим. Вот этот арт нам не показывали, по-моему, в сети. На Тираэля не похож. Но явно кто-то из ангелов. Архангелов, вернее. Война магов. Темное изгнание. Ханту. Охота трех. Или на трех. The hunt for the tree. Three. Вот он. Кубик. Знаменитый. Хородрический. А это хородрический молот. А это хородрический став. Вот такие вот они. Предметы. Мечты диабломана. Страшно какой, а? Весь в бинтах, в корнях. Это, походу, Мефисто.
камнем в гурдаке. На разворотике. Современная история Тристрама пошла у нас. Красивые иллюстрации, все в одном стиле, так и должно быть. Мясник, походу. Красотуля с серпом. Вот это уже по Бетти нам знаком. Кому-то уже до тошноты. Леорик. Вот, очень красиво сделана иллюстрация. Ну, очень просто реалистично. Вот он, узник знаменитый. Вот это уже Тирагель расправляется с нечистью. Вот он, рогатый. Так и вижу на столе у себя уже голову и флешку на 4 гига. Да, я заказал коллекционку, но должна прийти в числах в 20 мая, может быть чуть позже. Вот они, герои. Варвар, амазонка видно, волшебница. Некромант. А сзади куча нечисти. Вот он, самый главный босс. Босяра. Многие от него бегали в ужасе. В ужасе, на кошмаре. И на Хеле, и прочем. Разрушение камня. Все помнят момент этот, когда Тирагель бросает свой меч и разбивает камень мироздания, или как он там назывался. Варварюга. Именно такой арт сейчас красуется на фан-сайте Близзардовском, где каждую неделю открывается новый герой. Демон Хантер. Ну, что тут сказать? Секси. Монах. Вернее, монахиня. Вот такая вот смесь амазонки и паладина. Третьей части игры. Это маг. Мега-дамагер, разносящий все в пух и прах. Так, вот он, некромант наш новый, Вич-доктор. Все, конец. В начале и в конце обращения Каина Декарда. Очень красиво, очень нужно. Первое в коллекции. Все, всем счастливо, всем пока.